Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию Колеса Фортуны Forza Horizon 4. И это предпоследняя серия, и со мной сегодня Фреш, между прочим. Не, только не предпоследняя серия, не. Ты готов мне рвать? А чё, кого? Чувака, вобру. А сколько, какой сейчас счет у нас? 3-2, малыш, в твою пользу. 3-2-2. Ты понимаешь? Понимаешь? Do you understand? Апельсинчик. Это что, кодовое слово? Нет. Друзья, я знаете, что хочу сказать? Вы можете прямо сейчас расчехлять ваши лайки, потому что завтра будет, помимо того, что это будет финальная серия на неделе. Меня хорошо слышно. Тебя хорошо слышно, да. Помимо того, что это будет пиздатая серия, как всегда. Финальная. Друзья, там будет еще очень. Раз. Ты вот в своем уме вообще, нет? Ребят, мне кажется, надо наказать как-то Макса сегодня. А меня хорошо слышно? Я собираюсь его наказать. Короче, ребят, реально, серьезно, Макс, ты же понимаешь, да, что завтрашняя серия, как бы, ребята должны готовить лайки, потому что... Ой, там эпик будет, там вообще такая инфа, пацаны, там инфа будет жесткая просто. Не кликбейт, кстати говоря, кстати, вот. Короче, я предлагаю начинать, мне сегодня нужно побеждать, и сегодня у нас дрифт, драк. Можно я сейчас с твоими подписчиками поговорю? Да, давай. Короче, я там видел, в комментариях пишут: Фреш задолбал. Говорит, у него есть подсказка и не называет. Вот вы понимаете, вот если когда мне выпадает Audi, если я ему скажу подсказку, то что нас с данной маркой связывают кое-что, то он сразу догадается, это ВАГ. Так а зачем тогда ты говоришь, что у тебя есть эта подсказка? Просто. Ну, дразню что? Тебя. Дразнилькин, блин. Короче, ты понял? Дрифт, драк и гонка. Ну, можно дрифт, мне супер велспин один раз крутануть? Да ты за... А, стоп, у меня сообщение есть, сейчас, ну-ка. Один. Подарки, есть? Так, есть? И... Ну? Да, супер игры, есть? 3 штуки, 2. О, один, давай, один. Готов крутить? Все, кручу. Поехали. Кручу уже. Все, дрифт, драк и гонка, запомнил? Блядь, не надо... ДДГ. ДДГ, да, нам нужно побеждать сегодня, мне нужно побеждать. Мне 3 машины выпало. А мне не одна. А что тогда, можно еще одну вручу? Крути. Ема. И что, они пиздаты? Да. Сука, ну ты говнюк, а? Мне же надо... Блядь! Мне тоже 3 машины выпало. Тебе хорошие, плохие? Ну, слушай, на самом деле... Давай сразу с гонки начнем. С гонки предлагаешь? Давай. Я тебе могу сказать, как раз с гонки у меня все плохо. Вот реально. Ну, ребят, ну тут, в принципе, понятно, да, что для чего, я думаю. Так, отправиться на фестиваль. Значит, я так думаю, в принципе, ребята, по-моему, оценили вот эти подсказки быстренькие, быстрые проявления интуиции нашей с тобой. Я думаю, что ты думаешь здесь? Чё? Я говорю? А, так это еще и... О, и так все плохо. So tasty. Я говорю, можно? Ну. Тачка новая. Прям... А, ты про тачку-то? У нас гонка, правильно? Нет, политушки. Стоп, подожди, кстати. Блять, а как? Я не знаю, что делать. Я только сейчас понял. Короче, блять, я не знаю. Короче, ладно, наверное... Подожди, сейчас я еще раз гляну. Подожди, я сейчас еще раз гляну. Ребят, у нас же получается, что... Так, вот это выпало. Да, это не подходит. Короче, я еще один раз кручу. У меня выпало 3-я Кеттерхэм. Это же как картинг считается. Правильно? Ясно. Че? Читер. Тебе тоже выпал Кеттерхэм? Нет. Так он Forza Horizon Drift Edition, алё, я мог бы его себе оставить и навалить на нём боком. Не, ребят, это нечестно будет, я еще раз кручу. Это нечестно будет, какая разница? Так в смысле, мы картинги эти, блядь, всякие тачки вот это подобные эти не используем. Блядь, все, короче, тебе пиздец. Надеюсь, сейчас не выпадет. Блядь, мне нужна тачка для дрифта, пацаны, вы понимаете, да? Не, ну может быть, конечно, сейчас... кстати, такого еще не было, что хуякса так, знаете, типа... Вроде уже начали тачку для гонки строить, и тут уже хуякса, я понимаю, что у меня тачки для дрифта нет, короче, я... Ну, блядь, ну это было бы идеально для дрифта! Какая нахуй рубашка? Ну, что за прикол? Мне выигрывать надо. А, лох. Ну ладно, я возьму этот для гонки. Блять, какие балетки черные, алло! 37 вилспинов осталось, что делать-то? Когда? Чё? Не моя проблема. Да я уж понял, что ты, как всегда, меня не любишь. Мне спрайт чуть не выпал. Блин. Давай, скажи какое-нибудь кодовое слово, типа я король дрифта, что-нибудь такое, давай. Спрайт. Ну, нормально, для дрифта пойдет. Пойдет. Так, все, значит, гонка, да? Рассказываю про машину, слушаешь? Ну, давай. Подожди, а что, они на фестивале, что ли? В смысле? Чего? А где я был?
А, я выехал. Это, короче, тачка новая. То есть прям вот, блядь, можно сказать, наше время. А, имеет несколько модификаций. А, в России не продается. А, салоны были когда-то. Сейчас я так понимаю, что нет. А нет, подожди, есть. Есть салоны, кстати. Нет, вот эту машину, кстати, стоп. Вот на самом деле, эту машину можно купить. Причем гражданскую версию можно даже найти и в Питере, и в Москве. В салонах и, может быть, в других городах. Именно которая у меня, она самая заряженная. А, ее только под заказ. И то, по-моему, в России не поставляются именно эти модификации. А, в принципе, в городе можно встретить обычную машину, но это типа не гражданская. Больше подходит типа покайфовать, может быть, ну подрифтить можно на ней в драге, ну типа да, тоже. Ну, блин, мне не нравится вообще эта машина. Есть буква R. Угу. Хотя вот салонов много? Сейчас можно сказать, что их уже нет, но они есть. Некоторые машины продаются у этого салона. В смысле, типа, а сами салоны этой марки есть? Ну, есть. Вообще, как бы. Ну, уверен. Ну, слушай, блядь, ну, как бы... Было их раньше много, потом их стало меньше. Точнее, насколько... Я лично знаю один точно салон, который и то продает сейчас не все машины, которые продавал раньше. Буквально пару штук. Ага. Вот. У меня почему-то хочется сказать Альфа Ромео... Потому что, типа, ну, я знаю, где были салоны, и вроде бы они начинают уходить, и вроде бы до сих пор, может быть, один остался, но это не точно. Привод оставляем, помнишь, да? Да-да-да. Бля, а что тут есть? Ладно, пускай будет, ну, блин, Форд это нелогично, Субару есть, Форд тоже, Астон Мартина в Питере нету, Роллс-Ройс. Смотри, нет. Тачки этой марки можно встретить в городе вообще, типа, короче. Ну, то есть... Ну, короче, пускай будет, да, Альфа Ромео, ладно. Альфа Ромео, да? Да. Окей. Так, салоны данной машины есть. Незаряженную версию, ну, у меня просто заряженная выпала. Незаряженную версию этой машины можно увидеть даже довольно-таки так часто. Я думаю, ты бы для тест-драйва хотел бы ее взять... Это же салоны есть? Да, салоны есть, 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 есть. А, есть буква... Так. Какую бы тебе еще дать-то подсказку? Я не могу найти нормальный этот. Ну, кстати, для гонок она более-менее подходит. А дрифт, драг... Подожди, в городе дрифт, можно встретить обычную, такой. Да, типа версию? Да, да, незаряженную версию. У меня заряженная, но эта машина имеет еще несколько поколений. У меня вроде бы... У меня, кстати, тоже несколько поколений. Не самая первая, насколько я знаю, либо самая первая, я точно не помню. Но довольно-таки, так сказать, это последняя уже версия, так сказать, этого кузова. Потом пошла другой кузов. Это прям, наверное, я думаю, жесткая подсказка для тебя. Но вот, буква А есть. Салоны есть, еще раз повторяюсь. Блин, почему-то кажется, что Audi какая-нибудь. Нормальный ответ? Принимается? Ну, ты... Да, Audi? Да, Audi. Блять, да, у меня с настройками давай. Проблемы, ребят. Вы сами видите, тут по названию, типа по мощности. Я не знаю, как выбрать, блять. Короче, название называется Stock Motor. По рейтингу и по мощности вроде заебись. Я, короче, поставлю, все пофиг, она все равно будет. Давай гонку, только не... Выбери ты. Не, выбирай ты. Я не знаю, я еще не покрасил свою машину, я что-то пока крутил. Блин, а что, я сам создать не смогу, давай так, что ну, ты, просто тебя жду. Ну просто, я пока поношу. Ну опять среднюю, типа, какую-нибудь? Ну, такую, да. Ага, сейчас так. Так, подожди, я сказал Audi, ты сказал Alfa Romeo, да? Да. Так, сейчас я поставлю. О, вот это нормально, кстати. Можно так сделать. Вот это поставлю. Ой, сука, и в вот дерево это. Убрался. Все, у меня нет машины, я не знаю, на чем гонять. Короче, Audi и Alfa Romeo. Alfa. Я убрался, я не знаю, на чем гоняться, алло. Блин, не нужно. У меня машина в дерево взяла. Ну, у тебя Audi, RS, не знаю, TTRS. Кстати, этот, на самом деле, ребята-то поддержали идею, типа, называть на всякий случай еще и марку. И если, ой, не марку, а модель, если еще, типа, угадываешь, то 2 балла. Ага. Чё?
Не нужны мне тут твои изменения в конце недели, чтобы выиграть. Ага, сейчас. Да не, это потом, если будем. Да счастье. Чё? Смотри, спринт World Mont on Sea. Давай, создавай уже что-нибудь. Я не гонял ее. Вроде нормально. Но она коротенькая, но норм. Лучше бы ту гоняли бы, которую тогда гоняли, где я на Бентли был. А я не помню название. Блин, она в полях была, клевая гонка. Так, пофиг, поединок, моя колонна. Блин, я мог бы её найти. Все, пофиг. Ага, блин, ты небось там этот. Ага, знаю тебя. Anything goes. Ясно, блин. А нормальная трасса. На самом деле про марку сейчас кое-что надо будет обсудить. С тобой. Чего? Ну сейчас, подожди, надо сначала это, чтобы ты увидел. Так, погода ясно. А, сезон. Лето, ясно, полдень. Столкновение выключено. Все. Так, ну что, пацаны, значит, мне сегодня нужно очко вырвать просто. Фреш очко, я хочу вырвать себе. Блин, не люблю эту машину, реально, вот. Ну вот это еще ладно, вот как бы эта модификация. Ну, блядь, типа. Моя машина висит нормально? Конкурентов. Че, машина висит? Да. Ну что, у тебя Audi, признавайся. Да. ТТРС, R8, что ли, блядь? R6. Нормально, новая модель, кстати. Последний вид кузова, алло. Она же была седан, потом ее сделали универсалом. R6. Че, посмотрим, что у тебя там. Я же тебе рассказал уже, алло. Ебать! Блин, Камара, Шевроле. В смысле салоны? Чё салоны есть, алло? Есть, я вспомнил, что Тахо продаются и Камара продаются. Сука, блин, нахера вот я, ты мне там... А как я не мог тут сказать, что их нет? Ну что, я тебе и так давал подсказки, что сказал были. Сказал бы, что салоны потом есть. Потом как бы ушли. Так салоны смысле? Есть. Почему? Они раньше продавали все подряд, а сейчас у них только Камара и Тахо, и то но один салон. Но салоны-то есть. Короче, не пизда твоя РС-6, сейчас меня просто нагнет РС-ка старая, ну ладно. Нихера себе старая, В10, понял? В смысле салоны есть? Мы с тобой, кстати, до этого считали, что Шевроле уже ушел с рынка, как и Опель. Но надо запомнить, что они продают. Нет, Опель, по-моему, не... вот это сложная ситуация тоже про марки. Салон, Опель, БМВ, я знаю салон, они Opel, вместе. BMW? Я понял, нормально. Концепт, это как Renault Nissan, только Опель, БМВ. Так, давай, нет, давай. Салон Камара находится в одном здании, там Опель, автосалон, БМВ, Кадиллак и Шевроле. Давай, блядь, Камара ебучий! Блять, ну давай мощности, сука, да хуя же! А у тебя какой рейтинг? Блин, а у тебя еще и ебашит, а? Мне кажется, напрямую я должен тебя выебать. Мне хуй зацепиться. Так, ну ладно, тебе надо очко-то вырывать сейчас. Если я еще и выиграю тебя в гонке, это будет 2-0. Да я че? Че? Ничего себе. Хотя, вот с другой стороны, понимаешь, если ты сегодня выигрываешь... Кстати, блять, он цепляется, сучка. У меня нет. Сейчас бы полный привод не цеплялся. Вот это красиво было, просто по фэншую. Че, я тебя делаю? Нет, по мощности. Давай-давай, комарик! Блять, он реально цепляется, я прям... Сука. Давай-давай-давай-давай, блять, сейчас главное не ошибиться. Улети, главное... улети, молчи, улети, молчи. Улети. Я аккуратен как никогда. Лошара Микантара, меня крути, меня задолбало. Вот пиздат трек, кстати. Все, ты пропустил чекпоинт? Нет? Блять, ну ты специально молчишь, чтобы я смотрел на карту, отвлекался? Слушай, ну... А почему ты боком больше ездишь, чем я, объясни? Я не понимаю! Все, меня крутит, все. А, нет. Ты чё, сука, стой, блядь! Ой, стеночка, стой, блядь! Стеночки, блядь, сейчас и твои стеночки... Эй, я уже поверил в победу, ты хорош, блядь, тут мне это... Давай, больше агрессии, улети. Уебись, 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 уебись. Хорош. Заткнись! Давай, давай, давай. Опа, ошибка, оп, замотала, пацана. Сейчас буду сзади приводить и покарать тебя до Камара Зеля. Ема! Тихо, 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 тихо. У нас давно такой борьбы, кстати, в гонках не было. Ну, бляха. Очкошник. Бля, пиздец ты аккуратный, я смотрю. У меня, кстати, тачка не царапанная даже. Нет, так. Похер. У тебя типа... Слышь, ты, Стеночкин! Я взял чекпоинт. Бля, финиш! Ты говнюк! Я взял? Говнюк! Нет. Давай! Сука, да пошел ты. Лайк, пацаны, вот такого еще не было, кстати. Я думал, чекпоинт не взял. Ёбаный 2-0. Так, камбэк. Снимай последнюю серию без меня, все. Все, ты понимаешь, да? А ты... Вообще-то ты должен был по-братски понять, что если бы ты сегодня затащил, интриги бы завтра не было. А так... Её сейчас... и не будет сейчас, я сейчас буду просто... У меня тачка пиздатая, так что не надо. Нет. Давай дрифт. Готов? Давай. Я... Ты же дрифтить не умеешь, я же тебя всегда тут как бы традиция уже. У меня вилспин, спасибо. То, что мне сейчас выпадет, то будет твоя следующая тачка в реальной жизни, смотри. Ага. Она будет сейчас крутиться или не будет? Uh-huh, должен uh-huh. А, он не будет. О, спасибо за вилспин. Как-нибудь можно выключить, чтобы они не крутились, кстати? Так, мне бы стык сделать, ну ладно, чуть попозже. Так. Заткнись. Чё ты меня... Да, блядь, он такой грубый. Я, блин, его
Да и пошел ты в пизду, блин. Сгни. Так, все, фестиваль. Я не изменяю традициям. Дрифт. Рассказывай про тачку? Нет. Да-да, ты рассказывай. Все, я обиделся. Давай, я слушаю. Обиженный в жопу. Ну. О, опять мат от Фреша. Пиздец, что он себе позволяет. А какой мат, ты что, угораешь? Ты сказал, я слышал. Я сказал им. Я сказал им. Ты сказал, ну, ебут. Ага. Сказал тогда. Так, ну чё, давай я рассказываю про свою машину. Не хочу. Блядь, ну и все. Я огорчился. Бери свою там, блядь. Так, угадай. Ага. У меня Субару. Давай говори Субару, блядь. Да сейчас, да, ты сесть-то в неё. Так, садятся в тюрьму, а ты присаживаешься в машину. Садятся, садишься ты на бутылку. Бутылку, да. Привод задний, помнишь, да? О, изи дрифт, мне уже нравится настройка. Передний приводик. Угу. Да, все, она будет валить сейчас. Ебать, она красоточка, а? Так, ну давай, может, я могу рассказать? Нет. Давай тогда. Сейчас, мои машины, так. Бля, кстати, Audi такая палевная тачка, типа, ты назвал А, как будто, чтобы меня обескуражить, но на самом деле другие не назовешь, но и тут сразу понятно, что как бы ты, короче, ладно. Acura NSX. Ага. Ну чё, ты рассказывай. Давай. Ну чё сказать, машина соска, сейчас, салоны, ну... Блин, в Питере, честно, соврать не знаю. В Москве вроде бы есть. Блин, есть буква R. Машина подходит так чисто покайфовать, почилить, поотдыхать. Встретить, ну, можно в Питере, там, в Москве, но... КЗ, как насчет типа, часто? Ну, не особо, типа... Частая машина, типа, она редкая более-менее. А, я думаю, ты бы... Не знаю, блин, хотел бы на ней прокатиться. Блин, я почему-то начал вбивать, знаешь, что? Че? Поиски тюнинга, Рева. Нормально. Ты че? Ну, вот, буква R. Буква R, салонов не знаешь. Ну, вроде бы в Москве есть. В Питере точно не могу сказать. Угу, в Москве есть. Буква R. Подожди, в городе, а типа заряжен, не заряженная версия, или там не делится так? Ну, вроде не делится. А в городе, короче, хуй встретишь, да? Не, можно встретить, но типа в таких здоровых городах. А поколений? Москва, Питер. Ой, поколений, да, есть. Много. Вроде бы. Так, если аудио угадал, блядь, ну... Салоны, блядь, Мерседес. Порш есть, Мерседес есть, Макларен, типа... Такое, блядь, сейчас на Макларен не дрифтить. А старая машина? У меня нет. Ну, типа этого века. Нет, следующего. Блять. Ну пусть будет, не хочу тянуть, пусть будет Макларен, короче, не знаю, мало ли там какой тебе он выпал. Ага, да. Говори, хотя, блядь, ты бы его для гонки взял, наверное. Вот нет. Нахера, если это задняя привод. РС, жесть, могёт как. Ну что, говорить про свою? Хочешь рассказывай, хочешь не рассказывай. Короче, тачка, салоны есть. Ебать, что такое? Почему цвет совершенно другой? Я же её... Что, блядь, с ней? Короче, ладно, так тоже прикольно. А, тачка, значит, для дрифта, в принципе, подходит. Салоны есть. Конкретно эта машина у меня относительно новая, но не последнее поколение. То есть уже есть новая. По-моему, в России они не поставляются. При этом салоны, опять повторюсь, есть и в Питере, и в Москве. А, тачка, в принципе, по-своему легендарна. Была в НФС-ках. Ну и во многих играх в целом. Ну, короче, и для трека, и для гонок подходит. Ой, и для трека, и для дрифта, и... Ну, имеет несколько поколений. И, короче, типа, блин, можно покайфовать на ней тоже. Прикольно, короче. Есть буква... Ну, пусть тоже будет А. А салоны? Я же сказал, даже два раза повторил. Есть. Но типа... эта машина не продается. Ну, много салонов, типа? Ну, слушай, мне кажется, парочку точно есть. Ну, типа, в Питере, в Москве можно в других городах встретить. Да, и машины этой марки можно встретить на дорогах тоже, но не эту конкретно. Сейчас хочется сказать... Давай я тоже скажу. Есть подсказка, но, блядь, ты бы догадался, если бы тебе её дал. Сразу. А тут сам уж думаю. Ну, ты вряд ли это в реальности я скажу так. Кстати, нихуя она... Ебать, она держит угла, пацаны. По-моему, сейчас будет, может быть, даже хороший результат. Я чуть может быть, нет. Ты Макларен. А, нет, салонов много. Ну, Макларен, ну что ж там угла нет? Volkswagen. А, Фак. Может быть, Volkswagen ты какой-нибудь там взял? Ну, пускай будет... Взял, мне нравится. Как она угол выть... Подожди, она точно... будет Volkswagen. Подожди, Volkswagen, да? Да.
Подождите, ребят, сейчас просто я гляну. А по какой Volkswagen может для дрифта подходить? Не знаю. Я сейчас просто посмотрю точно. Ай, блядь, у нее полный привод. Я дебил, подожди, извиняюсь. Ясно. Я дурак. Я смотрю, что-то она вытягивает. Я думаю, что она так валит-то? Сейчас, сорян. Я пока ТП-шнулся к дрифту. Да, да. Короче, ты сказал Volkswagen, я сказал McLaren, да? Угу. Так, все, дрифт. Сейчас еще. Ну, это уже не Volkswagen. Блядь, что я так налажал-то жестко? Я же вот это ставил. Вот он, задний привод. Чё, блядь? Подождите, я хочу потом пересмотреть этот момент, как я налажал, ну ладно. Так, сейчас я поставлю точно, чтобы это... Короче, Volkswagen против McLaren. Хороший бы был дрифт-заезд, но... Пока потренируюсь дрифте здесь. В смысле потренируешься дрифте? По жопе не хочешь получить? Так, ТП, шусь на тебя. Вот именно, ты ТП. Я, кстати, да, блядь, 2007, помнишь мой, как я в Эмма был вообще? Нормально такой. Mm-hmm. Так, ну чё, где ты? Астон Мартин? Блин, Мазда, а чё меня с ней связывает, алё? Что? Какая подсказка там подсказка? Была? Подсказка, я хотел сказать, что типа в истории у меня, она ж, вот до сих пор у меня висит, я снимал. Именно это поколение у меня. Кто подписан на мой инстаграм, тот видел. Чего там? Было... В пятницу, блядь, у меня в истории, посмотри, я Мазду MX-5 снял. Где? В Питере, блядь, где? Я посмотрю. Типа не смотрел такой, типа, блядь. Я не помню Мазду. Там есть, она сейчас должна еще остаться, там часа, как, где-то вот как раз почти сутки, если, может быть, уже не осталось. Сейчас я, ребят, даже вам покажу ее, если она осталась. Так, подожди. А, все, она не осталась. Короче, была. Кто-то, ребят, кто помнит, тот, наверное, видел. Так, все, я поехал. Я видел красненького, все ясно. Да. Белого. Пока. Красненький. Бля, вот с этими настройками, конечно, уже похуже. Ёбаный! Алло, Мазда, блядь! Какой нахуй... ребят! Во-первых, здесь очень короткие передачи. Понятно, короче, это походу твои очки. Ага, меня закрутило сразу же. Почему ты взял, блядь, РШ? А, ну хотя полный привод, типа. Блин, Астон Мартин, реально. Пиздец ты. Я не запомнил, но запомнил. Блядь, она, короче, ребят, я сейчас походу въебу, блядь. Нет, уволит. Я. Она капец. Нет. Закручивается. Ты не знаешь, как я сейчас проеду. У меня коробка ужасно работает. Вот, блядь, если бы на ручке, я бы тебя просто рвал всегда, но это было бы нечестно. Все, поехал. Подожди, дай я разгонюсь нормально. Давай хотя бы вторую, блядь. Ёбаный. Бля, это полный пиздец. Нахуй я ее взял вообще. Настройку эту. Ну сейчас бы третью, я бы тут, конечно, раздал бы уже. Давай, 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 давай. О! Не, все-таки даже лучше, нихуя. Да я не могу ее перекручивать, сука. Саньё, не машина. Машина, сука, для быдла. Машина для Сани. Саньё. Бля, я правильно запомнил свои очки? Наверное, да. Давай, пожалуйста, мне нужно 3-0. Просто я тогда буду уверен, что... Да я манал. Короче, я просто по прямой... А, мне даже не выехать, всё, я понял. Неудачно. Спасибо. Чё ты там? Я не могу выехать. Подожди, покажи. Покажи. $19,000 там у меня было. Как ты там оказался, подожди? Там что-то 19 с копейками. А как ты оказался-то? Не знаю, там 19 с копейками что-то было. 36. Ну вот. Бля, это было эпично, почему-то. Так, ну чё, бля, в сухую бы сейчас тебя задрать было, вообще шпили-вили, блядь. Так, 3-0, да? Бля, походу 3-3 в общем счете, и завтра все решится. Охуенно, мне это нравится. Закомбэчил пацан. Ай, блядь, больно ударился. Чё, драк? Угу. Расстроился. Чувствуете, да, по его голосу? Ах, блядь. Да, конечно, машина говно, сука, для бузы. Подожди, а какой именно мне выпал вот этот? Вот, подождите, я лучше посмотрю, по-моему, этот. Ну чё, он, да? Да. Кто, я рассказываю? Давай. Тачка имеет несколько поколений, есть сейчас поколение, в России её... Ее... Чё? Мне похер, что она там имеет. А, ну все, тогда назову. Имеет несколько поколений, есть новое поколение. Вообще много. Тачка, в принципе, известна всем. Весьма легендарна. У меня одно из первых поколений, скажу так, чтобы уж конкретно не называть. Присутствовала и в фильмах, и в играх. И различные поколения в играх были. Салоны у нас есть. Тачки этой марки ездят по городу, причем довольно часто. Значит, что еще? Именно конкретно эту модель, ну, встретить можно, но, типа, такое себе, непопулярно. Вот, есть и заряженные версии, короче, куча вариаций, куча поколений. И в марке буковка О.
Блин, почему-то хочется сказать Форд, но, блин, это такой баян, я не знаю, мне каждый раз хочется сказать Форд, блин. Ты, да, на ты самом постоянно, деле, блядь, на своих Фордах, блядь. Ты нашел, блин, на самом деле, с кем соревноваться по тачкам, по интуиции, блин. Блядь, ты это говоришь спустя сколько серий, блядь, простите? Человек, который не шарит, ну и что? Дошло, блядь. Так, Best Drag, наверное, это и есть. Best Anal. Best Manal Anal. Так, ну-ка. Блин. Ну, так, буква О, да? Да, буковка О есть, присутствует такая вот. Кука. Блядь, мне бы стык сделать, потому что опасно 25 минут записи и без стыка. Шевроле. Додж, блин, еще есть. Ну, вот видишь. А салоны, салоны, стоп, салоны, что еще есть? Салоны есть, несколько точно. Ну, то есть есть, то. Так, значит, это уже не Шевроле. Ты говорил, что типа там это все. По ГГ, так, Шевроле минус, Додж у нас нету. Ну, Альфа Ромео нет. Доджа у нас нету. Ну, типа, ну окей, да. Потом... Только почему-то Форд, кажется. Ну, хочешь, называй Форд. Просто еще марки забыл, как бы, другие. Да я не шарю, блин, ты нашел. Ну, блядь, на букву О сколько всего? Porsche, Honda, блядь, это то, что я только сейчас Porsche скажу. Porsche, это херня. Toyota, здесь только крузак. Ну, мало ли, блядь. Honda, да не взял бы ты Honda хоть. Ну, Volkswagen. Volkswagen, да. Ну, пускай будет Volkswagen. Volkswagen. Да. Окей. Так, ну салоны есть, машина прикольная для драга подойдет. Блин, есть буква. Сейчас я скажу. R. Салоны есть, встретить можно незаряженную версию. Довольно-таки часто. Ну как часто? Так. Буква... Заряженную тоже можно встретить, но не так часто, как обычно. Салонов много? Ну да, нормально так. Не супер, как до хера, а нормально. Хватает, так сказать. Ну и что тебе еще сказать? Блин. Поколений несколько? Да. Ну и... А вот, вот так ее прийти купить можно в салоне? Будет стоять? Такую, как у меня, нет. А обычная какая-нибудь? Да, можно. Слушай, а вот пусть будет как раз-таки Форд. Я тоже что-то... R ты же сказал, да? Угу. Пусть будет Форд. Давай. Так, подожди, давай. Не тпшишься на драк, я запущу. Так, значит, у нас пока что... А, друзья, имею право сделать паузу, потому что, в принципе, все названо. Стык. Так, ну чё? Значит, чё там сказал ты еще раз? Значит, ты сказал... Rolls-Royce. Volkswagen. Кстати, да, Rolls-Royce ты забыл, например. Да, Rolls-Royce, типа, такой... Которых много по городу ездит. Бля, я помню до сих пор что-то... Помню, кто-то в комментариях писал, когда я говорил, что тачка подходит для ралли. Ты назвал Rolls-Royce, правда, не помню, какой серии это было. Так, моя колонна. Так. Так, значит, ты сказал Volkswagen, я сказал Ford, да? Михуёвочку поймал. Нихуёвочку или смехуёвочку? Михуёвочку. Так, значит, Volkswagen и Ford должны встретиться прямо сейчас. Счет 3-0, общий счет пока что еще 3-2, ну и попахивает 3-3 вообще как бы. А, подожди, так в любом случае уже 3-3, правильно? Да. Ты же даже если сейчас 2 балла набрал бы. Так, а ты вообще победу как сейчас свою оцениваешь? Не знаю, я не знаю, что тебе выпало. Ну, как я могу оценивать свою победу? Так, значит, Volkswagen и Ford. Бля, если у тебя Ford, это будет вообще нормально. Ну, что я не знаю. Надо демку вырубить. Дискорде. Ну. Ну, у тебя Ford, блин, я так и думал, ты мустанг. Так, 4-0, пацаны, подожди. Ну, блин, так... сейчас я демку вырублю, погоди, дискорд. Да, демку, хуемку. Ага, да, а когда я успеваю ее смотреть? Давай. У тебя второй монитор. Ага, с чего бы это? Да, обыкновенно взял, купил и все. Че, пацаны, 5-0? Ну, как бы, извини за унижение, брат, но... Тебя следующая серия ждет полная жопа. Ты уверен? 5! Ноль, пацаны, такого еще я не встретил. У нас не было уже такого сухой, такой, без маски, так сказать. Да? Алло, добил? Расстроился? Общий счет 3-3. Сегодняшний счет 5-0. Фреш очпокан, просто, как бы, так сказать, по максимальному. Я пил, что ты там базаришь? Ты водку пил? Запиваешь горе? Нет. Ребят, спасибо всем за просмотр. Реально, завтра вот прям приготовьтесь, потому что, во-первых, решится, кто в неделе, на этой неделе победит. За меня записывай. Во-вторых, вас ждет реально крутой анонс. Меня не будет завтра. И в-третьих, друзья,
это будет реально пиздатая серия, я думаю. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, если вам понравилась серия, комментируйте, увидимся уже завтра. До новых встреч, пока-пока. Пока-пока.